Привет! Привет! Вы на канале Мистер Макс. Сегодня мы открываем большой стол. Да, у нас есть такая вот коробочка. Тут запакованный огромный какой-то стол. Стол непростой, стол какой-то очень интересный. И сейчас мы его будем собирать и смотреть, что у нас получится. Есть. Еще тут. Есть. Так. Давай. Вот тут, смотри, это всякие тут ящички. Еще одна коробка. Ага. Еще одна коробка. На ней что-то написано, нет? Нет, просто номер, цифра есть, буква. Еще одна коробка. И еще одна коробка. Еще одна коробка. Это пустое. Это не тоже пустое. Это коробка. Ой, это что-то металлическое, холодное такое. Так. Еще одна коробка. И у них у всех есть номера. Это мы их сейчас будем складывать. Давай все это достанем. Давай. Смотри, а тут куча это ножки похоже. Да. Для этого столика ножки. Ой, а это ободок. Знаешь, это чтобы край был желтый, наверное. Так, так, так. Куча всего. Еще одна коробка. Это A, а это B. Вот я заметил. А, это C. Это B. A, B, C. О! Это, наверное, эти... всякие тут винтики, шурупчики, чтобы скручивать. Они... Цветное! Цветное? Это уголочки. Ой, смотри, какие тяжелые. Ой, такие. Дорога! О, ну-ну-ну-ну-ну! Что? Это стол-дорога. Ого! Класс! Дорога. И еще кусок дороги. Ага. Короче, это все, я так понимаю, сейчас нам надо складывать. И потом, когда сложим, будем играть. Да? Да, коробка холодная. Ага, это не коробка, я так думаю, что это ножки. Винтики-шурупчики. А, и еще винтики-шурупчики. Прикольно упакованы, мне нравится. Чтобы не рассыпать, и каждый подписан. A, B, C, D. Остальное это дурня. Остальное это мусор? Не дурня. Инструкция это очень важная штука, да. Без инструкции мы не соберем. Тут просто написано все пошагово, как его собирать. Ух ты, смотри. Это что, тут такие дороги будут всякие? Смотри, запутанные. О, ноги, точно, видишь? Я же говорил, что это ноги. Вот так вот. Короче, давай сейчас соберем. Начинаем. Окей, все, сейчас собираем. Когда соберем готовый, тогда продолжим съемку. Да. Договорились. Я буду сам собирать. Мы собрали стол. И осталось что? А мы еще не знаем что, потому что сейчас мы прицепим вот эти вот ящики внизу. Они, кстати, прикручиваются. Мне кажется, даже неудобно. А то мусор насыпется, неудобно будет его оттуда убирать. Это для игрушек получается, для машинок? Да, для игрушек, то есть получается тряпочкой там убирать уже. Высыпать оттуда не получится. Макс, будешь пылесосом оттуда убирать, да? Вместе с машинками. Нет? Нет. А еще не все, потому что еще же вот эти вот ABC коробки мы не раскрыли и не знаем даже, что там внутри. Вот. Да, так сейчас прикрутим ящики и будем ABC открывать. Крутите? Крутим. А, да. Давай. Я кручу, верчу, спрятать хочу. Это ты вот это крутишь? То, что папа сейчас бжик-бжикает? Да. Пришла очередь ABC? Да. Я открываю ABC. О, Макс, ты когда-то хотел такую железную дорогу? Да. Помнишь, ты спрашивал нас? Вот, пожалуйста, тебе железная дорога. А там есть поезд такой? Не знаю. Пока вижу только железную дорогу. Бим. Смотри, так как тут инструкции нет никакой, что это значит? Что собирать надо как хочешь. Вот. Да. Как тебе нравится, так и собирай. Открыть. Ну, давай откроем. Макс ищет игрушку. А он поезд ищет. Где же поезд? А ну. Ага, вот винтиков куча. О! А это что? Это какие-то как опоры и мосты, смотрите. Да? Ага. А, самолетик. Самолетик, а ну-ка покажи-ка. Чудики. Паровозик. Колеса крутятся даже. А, паровозики на рынке. Есть паровозики. Аж два. Это те, что ты хотел? Это паровозики-машинки.
Угу. А тут еще что есть? Кораблик! Смотри! Кораблик! Вертолет! Деревянные игрушки. На деревянных колесах? Да. Так, а тут всякие знаки я на стол высыпаю. А, это заправка. Самолет! Смотри, Макс, это заправка. Самолет! Даже колонки там отдельно цепляются. Вот, fuel station. Вот колонка. О. Это для машин. Пожалуйста, можно заправляться? Это для машин. Домик! Домик, а ну? Мойка. Стройка там. Тут какая-то... Что-то ремонтное, мне кажется. Да. Может, вам надо было сразу все-таки собрать дорогу, потому что вы сейчас повыставляете все, и не будет удобно. Так, A, B мы открыли, осталось C. А да. Вот еще не открыли. Вот эти, давай все распакуем чудики. Тогда. Чудики? А ну, кто тут есть чудики? Какие? Это кто? Полицейский? Да. Это пешеход, да, тетя? Это рабочий, это как строитель. Это еще один строитель. Вот это... Пожарный. А, это пожарный, ага. А это кто тогда? Поезд. Это не полицейский, это какой-то как... Это поезд. Это продавец билетов какой-то, да? А этот водитель или машинист, или пилот. Так. Что тут? Смотри, погрузчик какой крутой. Так, дальше. Пожарная машина. И полицейская машина. Вау. Макс уже тут играет. И поезд такой, он на магнитах, смотри. Да, я знаю. Ты знаешь, да? Да. Смотри, он просто на магнитах раз и поехал. Да. Так, даже корабль перевозит грузы, видишь? Баржа какая-то. Да, это баржа, которая перевозит грузы. А, давай уже конечно, давай уже все откроем, чтобы знать, что собирать. Точно, давайте, посмотрим коробочку. Смотри, тут мост. Мягко. Тут мост будет, смотри, какая штука высокая. Вау, это для... Ой, автобус. А ну-ка. Это автостанция, что ли? Мне кажется, это пожарная станция. Да. А ну-ка. Это, наверное, сгоревший дом. Смотрим. Ой, оно, у меня что-то высыпает. Сгоревший дом. Это, смотри, это поезда скоростные, видишь? Да. Это как будто бы железнодорожный вокзал, что ли. Ой, рассыпается. Даже кран есть, смотри. Да. И можно так чик-чик-чик-чик и поднимать грузы. Полезная дорога. А ну, открывай. Арка. Угу. Это есть для скоростных поездов какая-то, да. Арка. Ага. Куча-куча запчастей. Железная станция. Угу. Это как хеликоптер. А, это сюда надо подсоединять поезда. Смотри, рельсы. Так. Вот какой-то. А это, по-моему, для крана башня такая. Это да. Туда сверху кран вставляется. Да. Ну что, пора собирать всю эту красоту. Нет. А, еще что-то есть? Последний пакет? Да. И что в нем? Знаки улицы в Бали. А ну покажи, что там есть. Так, деревья и знаки. Ага, прикольно. А, и фонари даже. Класс. Да. Ну, я предлагаю теперь выстраивать все это дело. Тут работы куча. Надо же все это дело повыстраивать, чтобы оно красиво, да, было, правильно? А что это? Вот сейчас будем разбираться. Посоединяем последнюю дорогу. Давай. Так. 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 И... Сейчас, не спеши. Вот тут самое сложное. Сейчас мы ее подтолкнем как-то. Ой. О, все, готово. То есть у нас есть вот такая вот вертолетная площадка. Есть что у нас? Железнодорожный вокзал. Мост, кран. Вот еще какой мост, тоже здоровенный. Да. И это все вот одна дорога, и может ездить тут паровозик. Да. А там, где опасные повороты, вот даже такие вот есть заборчики. Вот тут такой опасный поворот, тут опасный поворот, и еще там наверху. Там опасный поворот. Да, тут тоже, чтобы случайно паровозик не вылетел. Тут ждут. А ну, пустим его с какой-то горки. Да. Давай, на самый верх выезжай и спускайся. Ну. Кран мешает нам. В сторону.
Вот это самая высокая горка. Да, и в обратную сторону тоже очень круто. А ну, пускай сам поедем. Авария! Аж такой, так было быстро, аж такое случилось. Аж авария случилась, не помог ему тут заборчик. Видишь, надо придерживать. Да. А в обратную сторону то же самое, наверное, будет. Хотя нет, тут не такая крутая горка. А ну, давай в обратную сторону еще пустим его. А ну-ка. Грузы потерял свои. Давай, грузи. А ну-ка. Давай, и ну, пускай. Тут, я думаю, лучше поедет сейчас. А ну. Да, видишь, даже помогать надо. Короче, его пускать нельзя. Его надо все время придерживать. А эти машинки тоже по рельсам могут ездить? Да? Смотри. А ну, машинки. И погрузчик тоже. Кто тут еще есть? И полицейские. То есть тут по рельсам все ездят. И полицейские, и погрузчики, и пожарные. Давай разложим дорожные знаки. Давай, тут не только знаки. Тут даже корабль есть. А где у нас вода? А кто? Что, он по рельсам должен ездить? Вот же вода. Я думал, он по рельсам тоже будет так. Не, он не поместится даже, тут не проезжает. Есть заправка. Газ стейшн. Fuel station. А ну, куда его ставить? Нет для заправки ничего. Еще какие-то двери есть. Здесь. Здесь будет заправка, да? Да. А двери вот эти, интересно, куда это? А самолет, смотри. А, я знаю, где самолет будет. Вот взлетная полоса. Правильно? Да. И он под мостом, получается, так пролетать будет. Папа, а где будут ездить машины? Ну вот есть кусок дороги. Ну ты смотри, что тут такая дорога, что тут и машины тоже ездят. Видишь, и погрузчики, и пожарная машина. Тут все ездят по этим эстакадам. Что тут еще не собрано у нас? Есть деревья, да? А как их собирать? А вот сверху просто раз. Видишь? Да. Где-нибудь, я так понимаю, их надо расставлять. И вот эти вот чудики тоже где-нибудь. На рельсах их же не поставишь на дороге. Иначе смотри, смотри, что получится, если поставить чудика на дороге. А ну. Стоит чудик на дороге. Видишь? Да. Фу-бух. Все, улетел. Да. Так что им по дороге нельзя ходить. А я нашел вот эту штуку. Смотри, вот эта штука, это вот сюда, наверное. Во. И это получается как типа ремонт дороги, какой-то офис. Да. Куда-нибудь можно поставить, там, возле карьера, либо возле где-нибудь. Вот здесь. Хорошо. А фонари где будут стоять? Где-то там в лесу, да? Чтобы темно не было гулять, можно в лесу поставить фонарик. Не, ну крутой, крутой этот столик вообще. Тут и вот этот кран можно поднимать, грузы. Полицейская машина может ездить. Прикольно. И даже под мостом тут так. Вот здесь. Здесь. Ага. Все, полицейская к тебе поехала. Я еще заметил, что к этому офису еще и крыша есть. Ой, да. То есть это полноценный домик такой. Да. С крышей даже. Да. Расставляем все деревья. И мне нравится, считай, и вокзал, и мост, и вертолетная площадка, и даже там взлетная где-то есть для самолета. Это он, наш самолет стоит, ждет команду на взлет. А где будет пожарная машина жить? Я так понимаю, что она будет ездить по дорогам вместе с поездом и с полицейской. Можно и внизу, вот где тебе нравится, там и будет. Но на дорогах прикольнее, наверное. Все, пожарная тут будет, возле заправки. Тут будет пробка. А, пробка из пожарной, полицейской и что там еще у нас есть? И погрузчик где-то есть. Так, тут у нас полицейский участок будет, да? Да. А где пожарный? Вот здесь. Ага, а тут в лесу будет пожарный участок. То есть машина и сам непосредственно пожарный. Вот они. Работник, правильно. Возле своего офиса строитель. И бульдозер там же. Все четко. Станция. Все. Там будет вертолетная станция, там будет стоять этот дядька. А там вот так. Ой, знак. Угу. Там будет знак кривая дорога, да? Да. Конусы. Где будут конусы? Здесь. Ага. То есть там болото, обрывы, туда лучше не ехать. Да. Готово, можно играть. Ну давай, катай. Кто будет у тебя сейчас ездить? Паровозик? Да. С
самый любимый будет тут паровозик, потому что для него все рельсы, для него даже железнодорожный вокзал. Да. Не, как он там? Чух-чух. Авария. Поехали. Да. Чух-чух. Так, пускать не будешь уже, да? Надо придерживать. Чух-чух. А это что за знак? Это знак РР. Я даже не знаю, у нас таких нет знаков. Это он сейчас под вертолетной площадкой будет проезжать? Да. Проезжаем под вертолетной площадкой. Конус? Опасный поворот? Опасный поворот тут у нас. Извилистая дорога такая. Поднимается наверх на мост. И после моста едет вот сюда в дырочку. Проезжает через железнодорожный вокзал. А ну тут, если пустить, или боишься, что развалится? Не, не развалился. Едет на железнодорожный вокзал. Ага. Он сразу проезжает по первому этажу вокзала, потом по второму, сейчас развернется и опять на третий. Да. Понятно. Так, проехали по второму этажу вокзала. Приехал. Домой? Это у него где вертолетная площадка? Это дом у него? Да. Понятно. И едет на третий этаж. Давай. К себе там по второму кругу едет. На самую высоту поднимается. Даже с рукой чуть-чуть. Чуть не вырвался из руки, да? Все, и опять вниз. Еще раз на вокзал. Ну супер, я считаю, что очень прикольные трассы такие. Да. Многоуровневые развязки, вокзалы, вертолетные площадки, даже самолет. Ну самолет сидит, скучает. Это больше для поезда игрушка. Самолет так, для красоты. Чух-чух. Поезд просто обалденный. Да, согласен. Ставь лайк и подписывайся на канал Мистер Макс. Пока-пока. Пока-пока.